Студентка из Ненецкого округа Мария Сусько удостоилась титула «Мисс Института 2019». Девушка обучается по направлению прокуратуры Ненецкого автономного округа. В 2017 году окончила среднюю школу номер 4 города Нарьянмара. Мероприятие проходило 6 апреля 2019 года в актовом зале Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации. Мария получила также приз зрительских симпатий в результате подсчета лайков и комментариев на официальной странице конкурса в Инстаграм. Обучение в этом вузе пользуется популярностью среди абитуриентов из Ненецкого округа. Ежегодно прокуратурой НАУ выделяется 2 целевых места. Уже сейчас определились 5 претендентов на поступление в данное учебное заведение. Критерии отбора потенциальных студентов строгие. Это не только экзамены, но и психологическая устойчивость, проверка сведений об абитуриенте. По общему правилу все кандидаты проходят психологический отбор, им устанавливается группа профессиональной пригодности, в соответствии с которым решается вопрос о возможности выдачи направления. Кроме того, оцениваются все представленные документы, проверяются сведения, изложенные в них на предмет того, не сокрыты ли какие-то данные. Проводится проверка в отношении кандидатов и его близких родственников на предмет привлечения их уголовной и административной ответственности. Учитываются данные результатов единого государственного экзамена, а также сведения о психологическом портрете абитуриента. И на основании всех этих данных принимается решение о выдаче направления на обучение. Для поступления в ВУЗ выпускнику необходимо пройти испытание ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории. Кроме того, институт устанавливает дополнительный экзамен по обществознанию. Дополнительные баллы при поступлении принесет аттестат об отличном окончании школы и золотой значок ГТО с удостоверением. От нас поступают на обучение ежегодно по 2 человека, как я уже говорила, в соответствии с разнарядкой на выделенные места. В настоящее время в институте проходит обучение 10 студентов, в том числе по программе магистратуры заканчивают, в том числе один человек в этом году, всего 2. По программе специалитета 2 человека и оставшиеся по программе бакалавриата.